Так, так, бах, все отлично. Бешип. Чё? Зачем вы умерли-то? Ребят, это троллинг-карта, лол. Тут не от пиги, так от кислоты ты умрешь. Что? На морковках прыгать? На морковках прыгать, ребят, лол. По морковкам прыгаем, ребят. А чё, а как дальше? Какой огонь? Шо, его потушить надо или пройти по нему? Я могу ходить по огню! Приятного просмотра. Ребят, всем привет. Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами поиграем в пиги. Но не в обычную карту. Подписчица сделала супер крутую лабиринт-карту, ребят, и сегодня мы с вами будем ее заценивать. Вы, кстати, в комментариях пишите свои ники, и в следующих видео мы будем оценивать ваши карты. Ну а перед просмотром, ребят, не забывайте ставить лайки, ну и, конечно же, подписываться на канал. Ну а мы, ребята, сейчас попробуем сбежать от пиги, а может быть и я буду пиги. Давайте с вами посмотрим. Игра начинается, ребята. Так, ну что, тут уже кто-то знает, куда надо бежать. Подождите, нет. Так, ладно, окей, ребята, давайте попробуем пройти. Так, зеленый ключик, я нашел зеленый ключик. И попробую сейчас найти зеленую дверь. Где зеленая дверь-то? Алло, вот зеленая. Так, открываем, ребят. Так, это что такое? Это какой ключ? Это желтый. Ой, что-то там взрывают, уже все делают. О, а тут надо нам этот вообще. Так, а где пиги, я не понимаю пока, ребят. Так, надо пистолет взять на всякий случай. Подожди. Кто? Это не пиги! Это какой-то парень страшный. Отстань. Блин, я в ловушке, что ли? Я в ловушке. Подожди, она ушла или нет? Да, ушла, смотри. Смотрит на меня еще. Подожди, стой. А где патроны? Патроны надо. Подожди. Так. Кого-то минусанули, ребят. Дай патроны. Где она? Она тут где-то. Вон, вижу. На! Так, что нам остается-то сделать? Ребят, я не понимаю. Так, тут что у нас? Так, тут ключ этот не нужен, его вроде использовали уже. Так, вот здесь что такое? Что? Все? Это конец? А, нифига, это не конец. Так, а что здесь надо сделать? Так, подожди. Дверь не открывается, это ловушка. Это ловушка, ребят. Нет, уходим. Тихо. Кого-то убили снова. Ребят, кого-то убили. Черт. Вот она. На. Так, все, ребята, я понял, вроде что делать надо. Так, побежали. Я не понимаю, куда я бегу. Вроде правильно. Вот сюда, ребят, надо. Так, бежим вот сюда вниз. Тут взорвать надо было что-то. Вот здесь, вот. Взрываю. Давай. Это выход? Нифига, это не выход, ребята. Это продолжение. Жесть, что это за кислотка? Убегаем. Убегаем. Это выход? Можно сказать, что это выход? Чё? Ясно. Здесь прыгать надо было, ребят. Жесть, вот это я зафейлился. Ну, окей, ладно. У нас есть еще шанс. Давайте запускаем. Так, ну что, ребята, вперед, погнали. Так, в принципе, у нас есть шанс, ребят. Так, давайте сейчас вот сюда зайдем. Так, нет, здесь ничего нет. Вот здесь, зеленый ключ подбираем. Так, что, зачем меня закрываете? Так, идем вот сюда. Открываем здесь. Так, берем вот этот ключ. Отлично, в принципе, сейчас у нас есть шансы, ребят. Реально, очень хорошие. Во, молодцы. Так, и здесь нам нужен ключ. Вот здесь где-то он должен быть. Не здесь, вот здесь, наверное. Ну-ка, тут где-то, что ли? А что здесь такое? Вот тут какая-то комната странная. Все, пиги пошла. А, сразу вырубили. Че, опять бот? Бот, серьезно? Это бот? Или нет, это не бот. Скорее всего, это не бот, ребят. Просто у кого-то такой скин. Блин, здесь надо взорвать. Здесь надо взорвать, ребят. Взорвать надо. Взрывает? Не взрывает, нифига. А, смотрите, он капкан поставил. Это нифига не бот. О, найс. Бесконечно просто. Смотрите, еще капкан ставит. Так, ну что, бежим. Вот сюда. Нам надо здесь взорвать. Быстрее, ребят. Мы вот здесь вот должны пройти. Ребята, давайте вперед. Так. Бах, все отлично. Бешип. Чё? Зачем вы умерли-то? Ребят, это троллинг-карта, лол. Тут не от пиги, так от кислоты ты умрешь. А, тихо, подождите-ка. Так, окей. Ладно, но я же не такой, наверное, нубас, чтобы умереть, да? Да, наверное. А может быть и нубас, я не знаю. Так, вроде пока, окей. Чё это за штукенцы? Что, на морковках прыгать? Серьезно? На морковках? Чё? А пиги внизу, смотрите. На морковках прыгать, ребят, лол.
Давай, вперед! По морковкам прыгаем, ребят! А чё, а как дальше? Не понял. Что произошло? А как дальше-то? Как дальше-то, ребят? Там вообще жесть какая-то. Кто-то просто, походу, ребят, морковку подобрал. И поэтому мы не смогли дальше пройти. Жесть. Вот это, конечно, троллинг. Ну и что, ребята, начинаем дальше проходить эту карту. Я, в принципе, примерно понимаю, как ее теперь проходить. Идем вот сюда, берем зеленый ключик. Открываем зеленый ключик. Вот. А, подожди, где зеленый? Вот здесь же зеленый. Тут у нас потом вот этот следующий подбираем. Открываем вот здесь. Там ребята, надеюсь, справятся. Все откроют, наверное. Я надеюсь на это. Я возьму патроны пока. Потому что они мне понадобятся, наверное. А может быть и нет. Так, ребят. Ребят, вы же проходите, да? Тут сейчас Пиги появится. Вот Пиги. Пиги идет! Пиги идет! Давай, стреляй! Не-не-не-не! О-о-о-о! В нее выстрелили, ребят! Как же мне повезло! Найс, найс! Это просто жесть! Так, подождите-ка, где-то. А, вот здесь, вот здесь где-то лежит. Вот, вот, ключ. Ключ лежит. Надо активировать. Все, активировал. Активировал. Подожди, тут что такое? Ага, ага, все, я взял. Я взял. Я взял. А где Пиги? Вот, 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 Пиги тут! Пиги тут! Help! О, найс! Хорошо, что так много патронов здесь, ребят. Так, давайте сейчас здесь надо потушить. Здесь, вот здесь, вот здесь. Я бегу, 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 бегу. Давай, вот здесь тушим, 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 тушим. Так, а тут что такое вообще? Я здесь не понимаю, что находится, ребят. Какая-то просто комната, где ничего нет. А, ладно. Так, и что дальше? Что дальше то? Что дальше? Вот здесь надо дверь открыть. Красный ключ. Где он? Где он? А где Пиги? А где кто все? А, вот тут Пиги. Тихо, 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 тихо. Промазал. Промазал, он промазал, ребят. Давай, стреляй еще. Хорош. Так, окей, теперь нам надо взять этот тротил. Тротил берите и взрывайте. Давай, дальше беги. Где? Взял? Взял, надеюсь, взял. Давай, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Вот здесь надо взорвать, взорвать, давай, взрывай. Взрывай. Он взял или нет, интересно? Да ты не взял, походу, у него пистолет. Он не взял. Вот, вот здесь. А, стреляй, стреляй, стреляй. Стреляй в нее. Да стреляй. Надо вот этот подобрать. Во, красава, все. Подбираем. А, ладно, он взял, он взял, он взял, он взял, он взял. Все, вперед. Давайте, ребята, все, мы взяли бомбу эту. И теперь можем взорвать. Давай, вперед. Жесть, это сложная карта, ребят, реально. Вот это троллинг. Просто троллинг 60-80 миллионов уровня. А, я сам не понял, что сказал. Ну ладно, вперед. Давай. Так, вот здесь надо прыгать. Тут надо прыг-скокивать. Так, пожалуйста, только не берите. А, тихо, 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 тихо. Морковки не берите, пожалуйста, только. Морковки не трогайте. Морковки. Морковка. Ключ. А по ключику я смогу, интересно, прыгать? Да, я по ключику могу прыгать, ребят. Чё? Огонь? Огонь? Какой огонь? Что, его потушить надо или пройти по нему? Я могу ходить по огню! Я не думал! Ребята, я зафейлился. Интересно, ну-ка, где там кто? Ага, они бегут дальше. Давайте, я хочу посмотреть, что там будет дальше. Ребята, я верю в вас, давайте, бегите вы дальше. Смотрите, какой узенький проход. Ну, это, походу, все, это побег. У них, походу, побег, ребят. Я не смог пройти, вы представляете? Я лоханулся на этом огне. Вот, все, это финиш, вроде, да? Или нет? А что за проход там дальше? Не понял. Смотрите, она бежит куда-то дальше. Куда она бежит? Что это за лабиринты? О май гад, что это такое? Что? Чего? Там нужен молоток? Чё? Как это пройти? И где находится молоток? Вот ключ, смотрите, она открывает. Обратно за ключом надо идти, что ли, теперь? Надо обратно прыгать за ключом, вы серьезно? Подождите-ка, давайте посмотрим, мне интересно, мне кажется, я эту карту с миллионного раз, наверное, с попытки. Давайте посмотрим, как они ее пройдут, ребят. Ну-ка. О-о-о! Откуда Пиги-то тут? Чё? Откуда Пиги-то там? О нет, уходи, 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 чувак. Чувак, уходи, 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 я знаю, ты сможешь. Жесть, а как Пиги-то там оказалось, я не понял. Что это было? Ребят. Это просто супер жесть какая-то. Теперь я Пиги, ребят. Я буду Пиги на этой карте. Та-та-та-да, блин! Ну да, теперь мне стоять вот так вот на одном месте 68 миллионов лет. А, да-да, позлорадствуйте, попрыгайте, да-да-да. Да-да-да-да, прыгайте, прыгайте, прыгайте. Сейчас вы у меня получите. А, промазал! Промазал! А, вот теперь не промазал! Чего у него так много патронов-то?
Ребят, я иду за вами, выходите. А мне-то эта кислота не страшна, ребят, да? Да, мне эта кислота не страшна. Я сейчас вас всех достану. Так, подождите-ка, если я буду вот так понизу просто идти, и я вас сейчас достану. Ой, смотрите, смотрите, прыгает, прыгает, прыгает. Смотрите, допрыгала. Ничего себе, какая ты. А тут невидимое что-то. Офигеть, ребят, я бы так не смог, наверное, попрыгать. Ну-ка, а вот сюда, интересно, я смогу пойти или нет? Да, ребят, здесь есть проход какой-то для пиги, специальный. Ага, специальный проход. Я что-то, походу, упал, да? Лол, ребят, я просто свалился. А этот вообще, смотрите, застрял в окне где-то. Лол. Ну, давайте посмотрим, как они сбегут, ребят. Мне просто самому интересно, как отсюда можно сбежать. Вообще без понятия, как, ребят, реально. Давайте посмотрим. Вот они бегут куда-то. Там, кстати, надо активировать еще ключом, да, что-то. Давайте посмотрим. Ну-ка, вот она бежит, 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 бежит. Там теперь, вот, смотрите, она что-то сломала. Как вообще вот сюда попасть? Что это за место такое? А, лол. Ребят, так это то место, откуда мы выходили. Там дверь просто закрытая была, нифига себе. И что теперь вот им делать надо? Им надо взять ключ и там активировать. Так, ну кто-то попался в мой капкан. Ну, пиги осталось, ребят, и бот остался. Вот, смотрите, вот здесь выход. Офигеть, ну вот они сейчас его, ребят, разблокируют. И там просто дверь на выход. Обалдеть. Вот это, конечно, было жестко. Ребят, если вам понравилась данная карта, и вы хотите, чтобы я оценивал ваши карты и заходил вместе с вами, играл, обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал. Всем удачи, ребята, до новых встреч. Пока-пока.